Лжесотрудница газовой службы украла у пенсионерки 15 тысяч рублей. Об этом потерпевшая сообщила в полицию. Она рассказала, что днем к ней домой пришла незнакомка и начала якобы проверять газовые приборы. За оказанные услуги женщина попросила заплатить более 6 тысяч рублей. Однако пенсионерка платить отказалась. Пожилая женщина отказалась платить и оставила ее ненадолго одну, пока в соседней комнате убирала документы. После того, как лжесотрудница покинула квартиру, заявительница обнаружила, что из комода в коридоре пропали 15 тысяч рублей. В настоящее время, по данному факту, следственными органами отдела полиции Вишневский возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».